Друзья, всем привет. Дорогие мои, вы когда берете вот такого плана автомобили, да, праворукие, а-ля японское качество, все в оригинале, будьте готовы к тому, что с ними может случиться следующее. Отсутствие запчастей. Это раз. Не подходят аналоги. Это два. Нету запчастей. Угу. Из того, что мы видим, это оригинальная старый. Шаровая опора. Ни один болт не откручен. Вот аналог. Раз, но он уже второй. Вот аналог три. Не подходит. И другого нет ничего. Машину на ход поставить надо. И вот так весь автомобиль. Зато праворукий японец. Зато праворукий японец. Который не ломает. А Антошенька должен здесь сейчас сношаться.